мирным селам шла одна на рысях, приторочивших к седлам русокосый ясак. Как под темной водою молодая ветла, Русь была под Ордою, Русь почти не была. Но однажды, как будто все колчаны без стрел, удалившихся в юрту хан Батый захмурел. От бараньего сала, от лоснящихся жен, что-то в нем угасало, это чувствовал он. И со взглядом потухшим хан сидел одинок, на софьянных подушках сжавшись будто хорек. Хан сопел исступленно, скукотою томясь, и протяжку с торпенкой вел угодник толмач, горсть набравшую люга колыхнув животом. Кто такой хан угрюма ткнул протяжку перстом? То вздохнул Матерь Божья, то Батый, то князья. Дел игрушечных мастей Ванька Сидоров я. Светлила меня.
только про волю, про судьбу, про свою. И кивнул головою, просветлю, сочиню. Шмыгал носом он хмуро, но явился в свой срок. Сочинил я игрушку Ванькой-встанькой нарек. Пришел его пацаны, ладонью помог. Ванька-встанька попался, Ванька-встанька прилег. Там свой палец отдернул, но силен хоть и мал. Ванька-встанька задорно снова на ноги встал. Он игрушку со взмаха мял в кошму сапогом. И снопей от страха заклинал животом. Там свой полк отодвинул, но держась собака. Ванька-встанька тут вынырнул из-под носка. Опустились туманы на лугах заливных, и ушли басурманы, будто не было их. Ну а Ванька остался, как остался народ, и душа Ваньки-встаньки.